Никит, с победой и, прежде всего, с выздоровлением. Насколько тяжело было смотреть за выездной серией с больничной койки, можно сказать? Спасибо. Ну, конечно, тяжело было смотреть. Вот, не мог помочь команде. Вот, но ничего, выздоровел. Вот. Сейчас дали шанс сыграть. Сегодня что по игре скажешь? Что получилось, что не получилось? За счет чего получилось выиграть? Ну, за счет желания, наверное, больше. Вот. Нам, в принципе, отступать некуда. Вот, постарались для болельщиков больше сыграть. Постарались выиграть. К тому же их сегодня достаточно много пришло. Почти 4000. Ну да, приятно, конечно, что так много пришло. Вот, как бы старались для них играть. То есть задача в последних матчах именно порадовать своих болельщиков? Ну, конечно, да. Было много поражений. Вот, нужно их порадовать своей игрой. Насколько психологически будет дальше играть проще после того, как прервали безголевую серию и проигрыш? Ну, проще, наверное, не будет здесь играть, потому что все команды как бы хорошие. На всех одинаково настраиваться надо. Проще не будет. Вот. Ну, с большим желанием нужно играть и отдаваться полностью. Ну, задача стоит выиграть оставшиеся две игры, да? Ну, конечно, да. Все, спасибо.